Дорогие друзья, приветствую на канале Boston Technic. С вами Алексей. Сегодня хочу представить вашему вниманию, поступил в продажу Мюллер Россельмаш 2015 год. Наработка 1800 моточасов. Сейчас посмотрим его состояние. Фактическое состояние нового трактора, друзья. Без элементов сварки. Работал в паре с дисковой бараной. Сейчас осмотрим с другой стороны. Приобрести вы его можете с НДС.
безналичным расчетом или в лизинг. Друзья, не упустите отличный вариант на рынке на сегодняшний день. Данный зверь ждет вас. Благодарю вас за внимание. До новых встреч.